Привет, друзья! Вы на канале Кефир, и с вами Роман. Сегодня мы на новой локации, это моя летняя дачная кухня. На улице просто сегодня не очень хорошая погода, то дождик, то ветер. А сегодня я приготовлю для вас курицу в чесночно-сливочном соусе, ну или по-другому чикамируле. Погнали! А начнем мы с приготовления соуса, в котором будет томиться наша курочка обжаренная. Для этого нам понадобится пол-литра сливок. В сливки сразу добавляю 2 чайных ложки хмели-сунели. Для соуса я взял 2 вида зелени, петрушка и кинза. Кто не любит кинзу, ее лучше не убирать из рецепта, потому что это будет совершенно не тот рецепт. Лучше тогда, в принципе, вообще зелень никакой не добавлять, а добавить чуть больше чесночка. Ой, медленно. Так, поскольку соус у нас сливочно-чесночный, поэтому чесночка нам понадобится много. У нас есть 2 варианта. Либо мелко порезать чеснок, либо потереть. Я потру на мелкой терке. Я сюда добавлю 2 щепотки соли. Все, соус готов. Убираем его в сторонку. Аккуратно отрежу окорочка. Так, и, наверное, эти части еще вот так вот на 6 частей нашу курицу разрежем. Так, 6 кусочков наших готовы. Теперь нам нужно курицу посолить и натереть перцем. Курицу посолили, поперчили. Теперь наша задача ее обжарить. Если вы готовите это блюдо дома, вы можете обжарить на сковородке в масле. Ну, а я на даче, у меня есть мангал. Мангал хорош тем, что у него очень высокая температура. Друзья, с казаном произошла авария, чуть не сгорели, поэтому взяли Садж. Кому интересно, что за авария, смотрите в конце ролика, обязательно вставлю кадры. С одной стороны пожарилось, переворачиваем. Ах, друзья, смотрите, какая золотистая курочка. Курочка наша готова. Смотрите, как поджарилась, какая курочка. Обалдеть. Да, дома на сковороде так пожарить будет очень сложно. Я бы сказал, нереально просто. Перекладываем нашу курочку в форму. Аутентично, конечно, у грузин есть форма, сковородка глиняная. Называется кецы. Курочку они томят именно в ней. Но у нас нет, поэтому мы будем делать это вот в толстой керамической форме. Берем наш соус, еще немножко его освежаем. Духовка у меня уже была предварительно разогрета до 180 градусов. Ставим туда курочку. Ну, думаю, минут на 20 этого будет достаточно. Почему именно в духовке, почему в сковородку не налил соус? Потому что от кипения соус свернется и будет комочками, некрасиво, невкусно. А так блюдо получится максимально красиво и максимально вкусно. Встретимся на дегустации. Курочка наша приготовилась, протомилась в сливочном соусе. Смотрите, какая красота. Сейчас польем ее соусом и будем пробовать. Друзья, камера это просто не передаст. Нежная, сочная, в сливочно-чесночном соусе с травами.
повторяйте, не пожалеете. Это, пожалуй, самая лучшая курица, которую я ел за последний год. Хотя мы делали абсолютно разные рецепты, даже делали плов из курицы. Но такая курочка — это нечто, поэтому повторяйте этот рецепт. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, ну или дизлайк. И обязательно пишите комментарий. Всем пока!